Как вы знаете, встречались в Брюсселе руководители Армении, Азербайджана и Евросоюза. Хочу спросить, что может сделать Брюссель в урегулировании Карабахского конфликта? Ой, вопрос, конечно, интересный. Я думаю, ровно столько, сколько дохлая лошадь на скачках. И ставить на позицию Брюсселя сейчас... Это, конечно, шанс, его надо использовать, эту возможность надо использовать. Но назовите мне хоть один пример международного конфликта, на который повлиял Брюссель.